В одном из лучших отелей мира Mardan Palace состоялась очередная Music Box Party. Вместе с телеканалом Russian Music Box в Турции отдыхали Пропаганда, Пицца, Юлия Ласкер, Иньян, Блестящие и многие другие. О том, как это было, смотри сразу после нас во второй серии новых дневников Турции. В этом лабиринте из золота, мрамора и дорогих ковров очень легко потеряться. Но кто ищет, тот всегда найдет. Телеканал Russian Music Box тому не исключение. И прямо сейчас мы собираемся узнать, где же находятся и чем занимаются наши звезды. Сразу после общения с Федором Фоминым мы отправились в апартаменты группы «Блестящие». Но девушек не оказалось дома. Блестящие красотки были очарованы роскошью отеля Mardan Palace и решили снять новое видео. Более того, певицы рассказали, чем занимались в течение дня. В фонтане разве что купалась. В общем, отмечала свой личный день десантника. Да, еще мы бегали очень, даже очень быстро, вот на таких каблуках по узкой барной стойке. Вот по этой. Просто бегом. Вот на таких каблуках. Высоченных. Дальше было еще горячее. Чтобы добавить блеска концерту, я пригласил на сцену. Так, мужчины, берегите себя, держите себя в руках. Группа «Блестящие», погнали! Спасибо, что пригласили, потому что мы просто в восторге от моря, от этого прекрасного места. Получили массу удовольствия и от выступления в том числе. Ну, вообще мы любим и Music Box, и Mardan Palace не первый раз здесь. Спасибо еще раз огромное.